Все нокауты, когда человек не видит удара, и когда удар точно приходит в цель. Использование волнового импульса при формировании энергии удара руки. В соответствии с законом физики, ударное движение начинают формировать наиболее массивные части тела. Волна катится от бедер и таза через плечи в руки. Импульсом массивных частей тела со сравнительно небольшой скоростью и амплитудой создается волна, которая прокатывается по телу за счет свободно расслабленных мышц от задающей движение части тела до ударной части конечности. В соответствии с... Старая боксерская школа. Удары отрабатывали не только по воздуху и по листьям, а удары также отрабатывали в воде. Русский стиль – занятия на природе. Принцип естества. Первый уровень системы – это законы физики. Энергия волны формируется за счет импульса и перекачки низкоскоростных массивных частей тела в энергию амплитуды высокоскоростных движений ударной конечности руки. Передача энергии сильного, но не особо быстрого импульса бедра, таза, высокоскоростные ударной конечности, пробивная способность энергии волнового удара. Доведя волну ударной конечности руки до точки соприкосновения и создав
максимальную жесткость и напряжение, мы получим хлесткий и пробивной удар. При относительно небольших затратах мышечных усилий за счет волны удается получить удары руками с высокой пробивной способностью. Принцип работы расслабленно, не напрягаясь. За счет этого импульс ударной волны не гасится в напряженных мышцах кинематической цепи лучезапястного сустава, локтевого сустава, плечевого сустава, мышц спины. И этим отличие русского стиля от карате. Чем он направлял вниз, вот, но при этом при всем я его, ну, как бы туда наверх пошел, да? Вот. Отсюда. Жесткость в точке контакта достигается не напряжением и закрепощением ударной части тела, как это характерно, к примеру, для ударных техник многих восточных единоборств, где непосредственно перед ударом происходит напряжение кулака и запястья. Сейчас не потянул в сторону сердца, я его потянул вот сюда, как будто что-то, какой-то камень какой-то внутри. То есть вибрационные удары я дал поверхностно, примерно сантиметров на 5 на 10. Энергия волнового удара. Хлесткий и пробивной удар. С высокой пробивной способностью. Система, она как ртуть. Today we present the ultimate list of boxing's most elite rapid fire pugilists. Thomas really nailed. Big left hook, big right hand. Нет напряжения, нету шаблонов, нету зажатости. Принцип естества. But today's video will stand above all others before and after. Rock lips, performance cards, key stats, and most importantly, a migraine for the poor man that had to share the ring with them. Now Ortiz is gonna... The fighter. Вскрыт разгона ударной конечности. Система... Она как ртуть, принцип расслабления, который достигается за счет расслабленной стойки и скорости. Главное не сила, а главное скорость и точность удара. The fighters will be ranked by pound for pound. А также неожиданность и дистанция. Правильный выбор дистанции. Quiere acabar esto, señores. No está viendo de nuevo el de Venezuela atacando. Eso, siento que los dedos están cortados. Good work from Onaz. Точность попадания, неожиданность и скорость решают поединок. Deadly fast hands at world level long enough to earn a spot. But it would be an upset. Oh, down goes Campbell. Не все боксеры и рукопашники знают, нужен хлесткий удар. Многие стараются отрабатывать силовой пробивной удар, толкающий удар. Нокаут происходит, когда человек не видит удара. Удар очень быстрый, очень точный. Чувство дистанции. Упражнение, направленное на формирование скорости, неожиданности и точности. То есть, вот первое. Тебе быстро, точно донести удар. Носим, а четко, четко досылаем. Стоечка, да? И тренировка только джеб, то есть на точность. То есть раз, вот. Начинаешь смещаться, выбираешь цель и только начинаешь очень быстро кидаешь. Ну вот здесь, то есть, Окей.
руку. А, посмотри. То есть удар быстрый и хлесткий. Быстро, очень быстро. Быстро. По дистанции. Скорость нанесения удара. Точность, хлесткость, резкость и неожиданность, внезапность. Отработка ударов начинается в начале с классической стойки. И мы вначале отрабатываем удар левой рукой, дальней рукой. Еще вот, ну, вот сюда мне покидай. Теперь следующее, то есть уже идет здесь, вот. Опять же, при нанесении удара, удар должен импульс ударной волны. Удар, естественно, оно идет. Движение, но не рукой, смотри, вот он идет, раз. Опять же, для начала мы тренировали. И выбираешь уровни, вот сейчас то же самое. И выбираешь, раз, два, вверх, вниз. Левой рукой очень быстро поработай. Хорошо, теперь. То самое. Смотри, вот руку сейчас полностью расслабь. Угу. Просто вот он идет. Ну, тренирую сейчас хлесткий, быстрый удар, без напряжения. Угу. То есть скорость. Допустим, приходит человек в школу бокса заниматься, его сразу на лапы не ставят, груши не подпускают, вначале ставят как бы возле зеркала, да? Вот работа, как работа по воздуху, она не дает как бы ощущения, да? И вот советская школа бокса, боевой самбо происходило на природе, да? Смотри, неважно при отработке прямого удара левого, чтобы локоть не выходил в сторону, локоть, плечо на одной линии. Вот эта ошибка, раз. Но в чем смысл? Во-первых, ты видишь мое движение, раз. Я теряю скорость и массу. Вот он, рука просто распрямляется очень быстро. Вот еще раз вот здесь. То есть вот локоть не выходит в сторону, идет. Ну и немножко чуть на ногах. Быстро, смотри, точно донести удар. Носим, а четко досылаем. Идет. Смотри, с подходом, с шагом поработай теперь. Раз. Шаг под шаг, шаг от шаг. То есть, да? Давай. Крутить не надо здесь, да? Смотри, пока. Вот пока сейчас крутить не нужно. В чем проблема начинающих? Они начинают раньше времени крутить, и у них начинает выходить. Вот для видишь, начала. Вот этот кружок, это для как бы начала. Челюсть. Вот. Чуть-чуть начинаешь пробивать. Не кручу, да? Не крутишь. Вот я чувствую, вот я даже не смотрел, я чувствовал, что ты не попал. Да, не. Твоя задача работать четко на точность. Угу. Твоя задача мне, то есть я вот понимаю. Она точка вот сюда. И ты четко тренируешь точность. Рука быстрее назад. Вот. Быстрее назад. Еще. Не разваливайся. Твоя задача. То есть четко, вот четко должна быть. И от ноги, да? И вот если правильно, вот если я, вот смотри, вот видишь, я сейчас мажу, да? Угу. Теперь, если я четко начинаю, то есть собирать, да? Угу. И немножко от ноги как бы импульс. С высокой пробивной способностью. Система, она как ртуть. Вскрыт разгона ударной конечности. Система, она как ртуть. Основное это точность. Эффект хлыста.
хлопок, звук – это преодоление сверхзвукового барьера скорости. Теперь смотри, работай вот из этого положения. Теперь важный момент какой. Руку назад не отвожу. Вот я стою, и идет распрямление, и немножко чуть-чуть от ноги, и от ноги как бы посыл. Вот, вот. Не крутишь, раз. Руку не отводишь, два. Эта рука расслаблена. Вот в боксе есть удар по принципу конфетка-кирпич. Вот эта конфетка, он удар расслабленный, хлесткий. Просто держишь руку, и неожиданно, если ты напряжен, у тебя все мышцы скованы, ты должен расслабиться и просто быстро, быстро точно попасть в цель. Все, вот. И вот мы отрабатывали расслабление напряжения. Теперь что к этому сейчас будем работать? Вот есть как бы хлесткость, да? Просто хлесткий. Да? Просто хлесткий. Но теперь в самый последний момент напряжение. Напряжение в точке удара, и сразу идет расслабление. Расслабление, напряжение, напрягаем в данном случае только кулак. И сразу же расслабление. Вот оно. И быстро к себе. Расслабление, напряжение. Теперь рука. Вот здесь напрягается, в самой, у профессионального боксера рука напрягается только в самый последний момент, в точке соприкосновения. Вот underrated fighters in the modern era. Glance, a formidable talent, beat only by him. He's gonna beat this man. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's вот здесь расслабление, напряжение и расслабление. И вот здесь, посмотри, вот как муху вот поймал. Пробуй. Вот как муху поймал. Вот. Да. Да. Отрабатываешь правой рукой, да? Дальней рукой, то есть вот, вот, вот. Чтобы послать в нокаут, сила не нужна. Нужна сила, нужна скорость и нужна точность. То есть 90% все нокауты уходят от крюк. Угу. Вот нужно просто четко, точно попасть, и здесь важна не сила. Если человек видит удар, нокаута не будет. Все нокауты, когда человек не видит удара, и когда удар точно приходит в цель. Вот давай, сейчас быстро вот это. Вот. Эта рука как есть, то есть вот оно. И теперь только на ножках. То есть раз, на ножках раз. Вверх, вниз. Здесь, здесь. Тоже не докручиваем здесь или как? Пока не докручиваешь. Докрутка только пойдет от таза. И оно пойдет автоматически. Оно будет не видно. Если ты начинаешь раньше времени, а ты вот смотри, вот начинай просто раньше времени крутить, ты теряешь скорость. Угу. Тебе нужно четко попасть. Вращение будет самый последний момент корпуса. Каники. За счет волнового движения происходит перекачка энергии сравнительно низкоскоростного движения массивных частей тела. Эту руку держишь. А, впереди, да? Да. Этой рукой ты держишь дистанцию. И вот здесь, здесь, здесь. То есть я ее не убираю. Руку не опускай, можешь иначе. Иначе можешь через это здесь руку вот ее. Руку, но не напрягай. Угу. Плечевой пояс должен расслаблен быть. Угу. Вот. Не убирай назад.
руку смотри, не убирай, вот оно, держишь. Вот оно. Вот эта рука сейчас, она пока не должна перед. То есть просто держишь ее, просто контролируешь, держишь дистанцию. И на ногах, вот раз, встал сейчас, вот, и на ногах смещение, раз, раз, на ногах, раз. Быстрее назад. Рука возвращается, быстро. Теперь начинаем совмещать. Раз, два, раз, два, раз, два. Допустим, вверх, вниз, то есть, или же, вот, двоечка теперь быстро. Смысл двоечка. Смысл двойки, эта рука сейчас находится здесь и сразу быстро идет пересогласование. Раз, левая рука обратно выходит. То есть не зависаем в этом положении. Раз, да. Раз, по сути дела три, раз, два, три. И левая быстро возвращается. Идет. Раз, идет, то есть вот раз, два. Вынесено. И вот просто коротко. Раз, два. Если до этого мы отрабатывали там джеб, там, да, допустим, и кросс, может быть, то здесь идет крюк, хук. Раз, два. То есть на боковых. Вот 90% вот из всех драк уличных столкновений, 90% всех нокаутов приходят крюк, это хук. То есть боковой как бы удар, да. На коротке. But curiously enough, he's still not checking leg kicks. Rampage with a quick jab. Good left hand. Oh, it's out. It is out. Oh, big uppercut. He's out. Pinned down. Rashad Evans reaching the midway point. Again on the button. Big left and down goes Curry. Out cold. Wow. Раз, два. Раз, два. Совмещаем классику, ну, как бы. Прямой, боковой. Прямой, боковой. Раз, два. Раз, два. Совмещаем. Вначале отрабатываем прямой левый, прямой правый, отрабатываем боковые удары серии. Не сильно замахивает? Да, опять же, ошибка будет, как при прямом ударе, да, чтобы локоть не выходил. При боковом та же самая ошибка. Замах не должен быть. Практически идет как, смотри, практически идет как прямой. И в самый последний момент отсюда. Вот это американская школа бокса. Вот это удар кружкой. Вот это советская школа бокса. Твоя задача сейчас просто почувствуй, где скорость быстрее. Попробуй первый вариант, то есть это удар как бы кружкой, да? А второй вариант, вот попробуй сам почувствуй экспериментально. Вот. Ну вот так, по крайней мере, без перчаток безопасно. Вот это, но смотри, вот это на самом деле с ближней дистанции. Просто с ближней дистанции, бам, и все. Если со средней дистанции, то скорость и пробивная масса будет, то есть вот это советская старая школа бокса, то есть вот это постановка. Не сломать удара. Руку, и чтобы не было проблем. Основные принципы ударов: на улице мы бьем своим жестким по мягкому, чтобы человека нокаутировать или вогнать его в шок, ему не нужно бить вот сюда, ему просто вот сюда. Когда будешь на улице бить, во-первых, сломанная челюсть — это большая проблема, да? Человек как бы, ну, сразу отпечаток нужно бить вот сюда, в сонную артерию, блядь. Ты в шею? В шею, конечно.
То есть вот эта часть. Вот. Сюда попал. Но чуть-чуть оно сюда произошло, вот это смещение, но это тоже как бы человек как бы уходит. Ну, посмотри, сразу же локоть возвращается и да. Вот. 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 Начали отрабатываем прямой левый, прямой правый. Отрабатываем боковые удары серии. Выбираешь цель, и только начинаешь очень быстро кидаешь. Вот. То есть удар быстрый и хлесткий. Быстро, очень быстро. Расслабление. Рука напрягается только в самый последний момент, в точке соприкосновения. Вот. Моя задача, да, опять же, на природе, в жизни, там нету ровных поверхностей, матов, татами, да, просто посмещаться, там подвигаться и попробовать отработать все серии как бы ударов. Вот представляешь, опять же, вот это каждый листок, прямо, это цели, там, да, это прямые, боковые, да, то есть идет двоечка, раз, сразу же по печени и обратно, там раз, два, бам, бам.